Говорят, что когда пессимисты смотрят на стакан, заполненный наполовину, они говорят: о, стакан наполовину пуст, и акцентируют свое внимание на пустой половине стакана. Когда оптимисты смотрят на стакан, заполненный наполовину, они говорят: вау, классно, этот стакан наполовину полон. И они акцентируют свое внимание на полной, заполненной части стакана. И мы привыкли в нашем двойственном мире видеть две составляющие и давать оценки плохо или хорошо. Но на самом деле счастье находится за границами этого стакана. И в нашем двойственном мире есть еще третья составляющая. Это пространство, которое окружает стакан. Предположим, в вашей жизни случилась ситуация, в которой вы не видите ничего положительного, то есть не видите полной части стакана. И вы акцентируете внимание на пустой части стакана и говорите: вау, все плохо. Вы страдаете, вы рыдаете, вы нервничаете. Но надо перейти и переместить свое внимание и акцентировать его на том пространстве, которое вокруг стакана, то есть на самой ситуации. Да, происходит ситуация. Она не хорошая, не плохая, она просто есть. И переместив внимание просто на ситуацию и наблюдая ее, вы заметите, что в какой-то момент эта ситуация заканчивается. Начинается новая ситуация. И она тоже потом заканчивается. Начинается новая ситуация. И независимо от того, даем мы ей оценки или нет, она приходит и уходит. Но одна ситуация сменяется другой ситуацией. Нет смысла давать им оценки, хорошо или плохо. Они просто приходят в нашу жизнь, и с нами просто происходит что-то в жизни. И если вы не можете переместиться из пустой части стакана в полную, переместите свое внимание на пространство вокруг стакана. Смотрите просто на саму ситуацию. И она в какой-то момент закончится, независимо от того, нравится вам это или не нравится. Счастье находится за границами стакана. И я продолжаю свое путешествие, наблюдая мир в стакане, за стаканом, вокруг меня, внутри меня. До встречи в пути. Удачи всем. Пока-пока.